друзья, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, и все-все-все, кто пришел в наш праздничный зал. В 2020 году город Дзержинск отмечает свой юбилей – 90 блистательных лет. Именно поэтому творческий марафон Дворца сегодня проходит в рамках празднования юбилея города. Открывает наш фестиваль праздничная программа «Малышатник». Слово для открытия фестиваля предоставляется директору Дворца культуры и химиков Анастасии Борисовне Лытовой. Встречайте! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас во Дворце культуры химиков на фестивале детского творчества. Воспитанники наших творческих коллективов день за днем совершенствуют свое мастерство в различных жанрах искусства. И сегодня вы увидите то, чему они научились за этот год. Для кого-то это выступление будет первым на большой сцене. Безусловно, что все, что вы сегодня увидите, это заслуга не только руководителей творческих коллективов, педагогов, аккомпаниаторов, но и ваши, дорогие родители. Впереди у нас много новых планов, идей, целей и задач. Нам есть чем гордиться и есть к чему стремиться. Вместе у нас с вами все получится. Спасибо. Большое спасибо. Дорогие друзья, праздничная программа «Малышатник» – это выступление самых маленьких воспитанников творческих коллективов нашего дворца. У кого-то сегодня будут первые шаги на сцене. Это дебют. Ну а кто-то положит еще одну минутку славы в свою творческую копилку. Наши артисты очень волнуются, они только учатся. Поэтому не судите их строго, но встречайте как настоящих больших артистов громкими и продолжительными аплодисментами. Ну и самое время представить ведущего праздничной программы «Малышатник». Это всем известный Колобок. Встречайте! Я веселый Колобок. У меня ренатный бок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. И друзей себе нашел. Всех, кого я повстречал, на фестиваль позвал. Малышатник открываем, фестиваль начинаем. Хлопайте в ладоши громко всем мальчишкам и девчонкам. Ансамбль «Прелюдия» пора нам встречать. Танец с мамонтенком будут танцевать. По синему полю, в зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете, плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
Раз ладошка, два ладошка, вы похлопайте немножко. Хлопать дружно продолжает. Диана Кискова встречает. Это самая маленькая участница. Раз, два, три, четыре, пять. Девочки и мальчики, как солнечные зайчики, дружно хлопайте скорей. На сцену приглашаем ансамбль «Акварель». Thank you.
тигренок с круглыми глазами смотрит он куда-то и грусти от маме смотрит несмышленый голубые дали. Что ж, вы попрощаться с мамой не дали. Одному на свете взрослый Капает дождь.
маленькие смешные енотики. А у нас веселые ребята, ансамбль «Судорята». И сегодня вместе споют частушки да песни. Thank you.
такие ребята, ансамбль «Сугарята». С друзьями веселее жить, но нужно дружбой дорожить. А что такое дружба? Кто сможет ответить? Ребята из ансамбля танца «Вольный ветер». Или воскресенье, во мне улыбнулась солнце, и
четыре, пять. А все ли можно посчитать? Об этом расскажет коллектив «Прелюдия». Аплодисментами их нужно позвать. Вместе с Евой Ромашиной из ансамбля «Старята». Она выступает первый раз и волнуется сейчас. Поддержите ее, уважаемые зрители. Белюшенька, ой, миленькая, маленькая.
Так приятно комплименты и слышать громкие аплодисменты. Малышарки продолжает, и артистов вновь встречает. Стих про волшебные варежки нам расскажет, и чудеса, наверное, покажет. Встречайте Вику Малышеву из театральной студии «Дом рыжей коровы». Ну а сейчас откройте зонтик поскорей, веселый дождик дарит нам ансамбль «Акварель». Ансамбле, а есть у нас солисты Арсения Дуркина из коллектива «Звездный экспресс». Встречайте, дружно аплодировать все вместе. Начинайте. Thank you.
вместе песенки поем. А сейчас на часы посмотрите, сколько времени, скажите. А давайте лучше спросим у коллектива «Цирковые миниатюры». У них есть необычные цирковые часики. Знаем мы, который час, время колыбельное сейчас. Только чур не спать, не зевать, ансамбль карамельки дружно встречать. Love.
песни подарить готова Вика и Ева, сестры Орловы из ансамбля Судорята. Вы похлопайте девчатам. Наши милые друзья, танцуя, говорят «кря-кря» из ансамбля «Прелюдия», ребята. Они упрямые утята. Как надо правильно крякать, только утят.
Вот какие маленькие утятки. Ну а сейчас друг на друга посмотрите и улыбку подарите. А улыбчивую песенку нам подарит ансамбль «Клевель» коллектива «Звездный экспресс». Thank you.
Малышатник продолжаем и в порту мы побываем. А командой нашего корабля будет ансамбль «Акварель». Встречайте юных матросов! Сидят, плачут в башенке.
Пусть весть о празднике дальше летит, пусть яркое солнце поможет в пути. И мы пожелаем артистам заниматься, учиться, расти. Продолжим, малышатник, с вами цирковой игрой с обручами. Встречайте наших маленьких цирковых артистов. Поем песенка для вас. Кони в яблоках у нас. Арсений из ансамбля «Звездный экспресс». Скорее встречайте, хлопать начинайте. Краски.
наших самых маленьких артистов. Просто невероятные чувства они пережили. Давайте скажем и Кладко, и всем-всем-всем, кто побывал на этой сцене, аплодисментами громкое наше спасибо. Артисты волновались, делали свои первые, а может и первые шаги на сцене. Самое главное, что у них все получилось. И их выступление – это прекрасный подарок жителям города Дзержинска и самому городу. Сегодня мы желаем нашим маленьким артистам успехов, творчества и новых достижений. Ну а городу Дзержинску мы пожелаем творческих открытий, ярких, интересных, увлекательных событий и, конечно же, процветания. Программа «Малышатник» подошла к завершению. Творческий марафон дворца продолжается в 12 часов праздничной программой «Творческая кухня». Спасибо за то, что вы сегодня были вместе с нами. Ну что, Клопов, нам пора.